Этим людям удалось спастись при кораблекрушении, которое произошло в Средиземном море в воскресенье. Тем временем на Мальту доставлены десятки тел погибших. Жертвами трагедии стали, по разным данным, от 700 до 900 мигрантов, которые пытались добраться из раздираемой конфликтами Ливии к берегам Италии. После того, как лодка перевернулась в пути, в живых остались всего 28 человек. Тысячи человек погибло в Средиземном море за прошедшую неделю. Это почти столько же, сколько погибло на «Титанике», и в 31 раз больше, чем на «Коста Конкордия». Этой трагедии можно было избежать, если бы ЕС возобновил поисково-спасательные операции. Нередко люди пускаются в плавание на перегруженных судах, непригодных для таких путешествий. Это нелегкое путешествие. Оно действительно связано с большим риском. Отправляясь в путь, вы рискуете своей жизнью. Поэтому я бы посоветовал моим братьям и сестрам, которые хотят пересечь море, не делать этого. Так для них будет лучше. Плыть по морю — это очень-очень рискованно. Днем позже судно с нелегальными мигрантами потерпело крушение у берегов греческого острова Родос. Деревянный парусник, на борту которого находилось предположительно около 100 человек, разбился о скалы. При этом погибли по меньшей мере трое.